В течение 3 дней проходила выставка-ярмарка «Золотая осень Забайкалья-2012», где свою продукцию представляли частные подворья и крестьянско-фермерские хозяйства из 15 районов края. Читинцы уже традиционно приезжают покупать продукты на ярмарку. 70 тонн мяса, 1000 килограммов картофеля продали фермеры за эти дни. Выпечку покупали, мясо покупали, мед покупали. Живем на биофабрике, поэтому приходим сюда постоянно. Ярмарка – это еще и соревнования между фермерскими хозяйствами края. Они были представлены в 12 номинациях, таких как «Лучший муниципальный район», «Лучшее подворье» и «Лучший дачник». Я очень рад тому, что огромное количество людей собралось. Такого количества давно не помню. Много товаров, продукции. Это говорит о том, что этот год был достаточно успешным для сельского хозяйства, в том числе для коневодства Забайкальского края. В этом году читинской государственной заводской конюшне 100 лет. В честь этого события в субботу на ее территории была торжественно открыта мемориальная доска памяти Хасаена Хакимова, директора конюшни, который внес огромный вклад в ее развитие. Я проработала на госконюшне.